Ну, собственно, доехал вместо Кельце до Варшавы. Там был ремонт дороги. Ехал-ехал и решил, что до Кельце будет дольше пилить. Поэтому до Варшавы приехал, покатался по городу, заехал там, где, собственно, сталинские высотки. Точнее, сталинская высотка. Такое впечатляющее здание. Самое высокое в Варшаве. Видно издалека. Вот. Ну, не сказать, что тут прям все так супер круто сделано. Тут идет ремонт. Такой вот вид Варшавы. В центр я сегодня не поеду. Уже время 3:30, надо 3 часа отвезти на дорогу до Люблина. Ну, в целом, доволен поездкой. Вот. Сейчас, собственно, это уже здание музея современного искусства. Смотреть надо будет. В целом, на самом деле, стоит того, чтобы приехать и спокойненько погулять. Вот я приехал, в общем-то, выпить кофе и поехать обратно.